Элитек представляет удобный заточный станок Элитек ST600S, номинальной потребляемой мощностью 600 Вт. Станок поставляется в картонной коробке. В комплект поставки входят прозрачные защитные экраны, надежные искрогасители и регулируемые опорные платформы для удобного выполнения заточных операций, а также руководство по эксплуатации и инструкция по безопасности. Заточный станок Элитек разработан для заточки и правки сверл и прочего режущего инструмента, а также лезвий ножей, ножниц, стамесок и так далее. Кроме этого, с помощью этого устройства удобно снимать фаски, устранять заусенцы, менять размеры и форму деталей. Потребляемая мощность 600 Вт и заточные круги внешним диаметром 200 мм при толщине 20 мм обеспечили заточному станку Элитек широкую востребованность среди владельцев домашних мастерских, приусадебных хозяйств, работников небольших производственных цехов и автосервисов. Частота вращения шпинделя 2850 оборотов в минуту без нагрузки. Угловая скорость вращения заточных кругов 30 метров в секунду. Масса конструкции 14,3 килограмма. В основе заточного станка асинхронный электродвигатель, неприхотливый, надежный, с огромным ресурсом работы, низкими уровнями шума и вибрации. Заточные круги посажены на запатентованные металлические фланцы, которые исключают биение круга. В комплект поставки входит лампа мощностью 3 Вт. Простая и действенная система защиты выключателя от несанкционированного включения за счет съемного ключа – очень важный нюанс, особенно там, где доступ к станку могут получить дети. Заточные станки Элитек точно заточат.